Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» первым в нашей стране начал выплавлять высококачественную сталь. В настоящее время он выпускает ее свыше 300 марок, поставляет на 200 предприятий Советского Союза и экспортирует в 25 стран. Сейчас по инициативе сталевара 11-й Мартеновской печи Александра Николаевича Позднякова на заводе развернулось соревнование под девизом «Каждая плавка по заказу, каждой плавке высокое качество». Это требует согласованности и высокого профессионализма десятков людей, обслуживающих плавку. Чехословацкие друзья, первоклассные металлурги Свитковского завода, проявили большой интерес к методам работы героя социалистического труда, депутата Верховного Совета СССР Позднякова. День, когда проводилась съемка, был насыщен событиями. После встречи с иностранными гостями Александр Николаевич провожал в армию своего первого подручного Сережу Фалеева. «Служи хорошо, возвращайся к своим сталеварам, где ждет тебя трудная, огненная, почетная работа».